Пришли на шоу Ларисы Рубальской. Называется «Взрослая женщина». Зал заполняется. В Москве пробки перед праздником, поэтому все опаздывают. Камушки, мы их чиркали друг от друга и высекались искры. Они не обжигали ладошки, но озаряли нас каким-то волшебным светом. И так всю жизнь. Я чиркаю эти нехитрые камушки, высекают искры. И происходят стихи и песни. И ничего волшебнее для меня на свете просто нет. Я отличница. Бабушка не нарадуется, учительница не нахвалится. И быстрее всех читаю. И стихов знаю больше, чем сама учительница. Ну и характер, само собой, ангел. Ну а уж если утренний какой-то грядет, то вся надежда на меня, звезду художественной самодеятельности. И вот в самый разгар моих стремительных успехов врывается какая-то Митрофанова Татьяна. Явилась незадолго до новогоднего утренника. Видите ли, новенькая. Бубенцы зазвенели. Мы вышли на сцену и пошли в сторону Митрофановой. Как запоёт весь свой голос совсем другие слова, что белый снег летел, летел, я ехать к милой расхотел. Родители хлопали, а Митрофанушка еще долго кружилась на своих пальчиках, никому не нужная. А я корону напялила, на сцену выскочила и стихотворение про царевну без запинки прочитала. Все смеялись и хлопали, а бабушка говорила, что в доме артистка растет. Факт? Факт.
была симпатичной. Стройной тоже никогда не была. Оттого-то и в моей жизни личной невеселые творились дела. Мои сердечные истории начались очень рано. Я не знала, буду ли я когда-нибудь заниматься поэзией, но в школе мои песенки распевали все. Песня про мою неразделенную школьную любовь пелась с легким, модным иностранным акцентом. Было мне тогда 12 лет всего, я случайно посмотрела на него. Он все затмил, меня он покорил, но только вот меня он не любил. Одноклассник Славик был, он швырял трубки. Я его совсем измучила, он просто меня возненавидел. Но я не теряла надежды. Лагерь. Я вожатая.
Однажды навестить одного из моих мальчишек приехал его отец. Он отпросил сыночка на прогулку и вернул к тихому часу. Но, поцеловав сыночка на прощание, папаша не уехал, а остался поболтать со мной. Весь разговор состоял из намеков и предложений. От перегрузки эмоциями мое сердце ухнуло в какую-то бездну, и я поняла, что начинается роман. И прощать, все поняла о смысле женской доли, чем тяжела она, чем хороша, и слезы ночью застывали солью, но не застыла, и жива душа, я сумею забыть эти долгие зимы, одинокие ночи я сумею забыть, чтобы с пепла восстать и быть снова любимой, чтобы силы найти, еще раз полюбить, куда ведет дорога, я не знаю, я шла вперед, куда бы ни вела. Вели снега всю землю засыпая, а по весне земля опять свела. И верю, сердце, темнота не вечна, и снег дрожит у ночи на краю. Жизнь на попутной сменит ветер встречный, и постучится радость в дверь мою. Большие надежды. Я тогда увидела его фотографии. Увидела на обложке журнала. Ну и пропал. Стала все статьи вырезать, фотографии тоже в альбом наклеивать. Создала личный фан-клуб. Верный и преданный к моему кумиру. К тому времени уже заслуженному артисту. Сказать честно, я никогда ни на что не надеялась. Знала, что дорожка моей нехитрой жизни никогда не пересечется с его светлым путем. Это было так же невозможно, как наводнение в Каракумах или пожар в Антарктиде. My heart singing, soon bells will be ringing. Держаться за стены, так меня качало. В квартире было много картин и вообще очень красиво. Я в таких домах раньше не бывала. Геннадий ждал меня, даже стол накрыл, шампанское
и бананы. Сказал, смеясь, что семейство на даче, и мы в безопасности. В этом безопасном раю я прожила 3 дня и была счастливейшей небожительницей. И ангелы пели надо мной свои песни. Душа настроена на осень, гостит печально сердце у меня. Опять часы показывают 8, короткий миг сгорающего дня. Я тороплю мгновение к листопаду, коротким дням минуты тороплю. Я вас прошу, печалиться не надо, мне хорошо, но я вас не люблю. В тот день в саду проснулись хризантемы и были так беспомощно нежны. Когда вы вдруг коснулись вечной темы, я поняла, что вы мне не нужны. Хрустальный дождь рассыпан по аллеям, вздохнете вы, погода так скверна. А я, мой друг, нисколько не жалею, что прошлым летом вам была верна. Меня часто спрашивают, когда ты почувствовал себя знаменитой? Честно, никогда. Ну, правда, был один день в моей жизни. Это было давно. Один неизвестный певец на конкурсе в Юрмале исполнил романс на мои стихи и музыку великого композитора. Он получил гран-при. Этот был романс «Напрасные слова». И была в нем такая странная строчка, виньетка ложной сути. И уже через несколько дней победитель, артист, был на экране телевидения, популярной в то время программе «До и после полуночи», и ведущий сказал: «Я услышал удивительный романс, был уверен, что автор, написавший его в веке 19-м, умер. Оказывается, жив, еще не очень стар». И мы жили очень бедно и плохо. Детки маленькие, плохо одетые, плохо накормленные. И было счастьем, когда был хлебушек, можно было намазать шоколадным маслом или какой-нибудь сырковой массой. Мы тогда были счастливы. Мы смотрели друг на друга, таких вот смешных детей, и не думали ни о чем таком возвышенном. И вдруг у нас во дворе появился человек с фотоаппаратом. Он нас оглядел, говорит: «Ну давай ж понастройся в линеечку подвое, я буду вас фотографировать». И своим глазам нарядные, краснощекие, сытые, синеглазые, а сзади такая красота, сердечки, голубочки, море, пальмы. Орел летает. Мы говорим: «Что это такое?» И фотограф произнес такое слово: «Это виньетка». И вот прошло несколько десятков лет, я это слово вспомнила, написала романс и прославилась. Виньетка ложной сути, напрасные слова, нетрудно говорю, напрасные слова. Уж вы не обессудьте, напрасные слова, я скоро догорю. Придумайте сюжет, а не шестилетие, где смятая трава и запах васильков, рассыпанный ножей. Набор на курсы японского языка. Мама моя прочитала газету, покрутила пальцем у виска, говорит: «Ларис, ты чудная, мозги у тебя чудные. Пойди поучись, может быть, получится». Я пошла. Чиавасенара, кэлла, татаку. Чиавасенара, кэлла.
А я не замужем, а то-то как не хочется быть. Что у меня в жизни только не было. Сколько я встретила людей ненужных, неподходящих, ни там и ни тех. Горевала, что замуж выйти не могу. И семья вся моя переживала, особенно отец. Он мне говорил: если вот так застрянешь, то так одна и останешься. И тут стараниями моих друзей появился в моей жизни человек. Высокий, очень умный стоматолог. Я подъехал и буквально на минутку забежал в ресторан. Среди сотрудников я увидел незнакомую женщину, которая, как я понял, очень серьезно подготовилась к встрече. Ты не исправ, так нет. Вы мне нравитесь, взрослые женщины, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин. Вы как терпкое вино, с вами сразу крепче градус. И прекрасных глаз усталость вас не портит все равно.